Друзья, вот хочу еще снять последнее видео на сегодняшний день, потому что уже собираюсь я домой и решила вот напоследок снять Байкал. И решила снять себя на этом великолепном фоне и сказать всем несколько добрых слов. Hello. Ну вот, друзья, пора собираться домой, возвращаться. Ну и напоследок хочу несколько слов сказать о Байкале. Прекрасное озеро у нас, ничем не хуже моря, Черного моря я имею в виду. Ну вот только у нас прохладно, на море-то тепло, а здесь-то вот прохладно. Хотя на улице и сегодня 25 градусов, но я бы не сказала, что очень жарко. Вот. На сегодня буду я прощаться с озером Байкал. Вот. Всем рекомендую посетить его. Очень была рада своему путешествию, что вырвалась из своего огорода. Очень счастлива. И всем желаю того же, чтобы все были здоровы. Всем сопутствовала удача и успех, любви, ну и всего-всего. А на сегодня всем говорю пока-пока-пока-пока.